Сегодня после матча МФТИ и Рео мы берем интервью у нападающего сборной МФТИ Хугаева Владислава. Владислав, можете сказать пару слов об этой игре? Ну, игра была очень важная для нас. Хотели выиграть, боролись, старались, но не получилось. Почему не получилось? Не забили гол. В частности, я выходил один на один, мог забить. Возможно, это решило. После этого момента мы как раз забили. Вам по этому моменту что-то тренер сказал, откомментировал как-то тренер, ваши действия? Тренер еще скажет. Как вы думаете, что же он вам скажет? Возможно, в момент, когда этот эпизод происходил, он что-то сказал. Надо спросить у ребят на скамейке. И какие у вас по последующим матчам ожидания, планы? Выигрывать. У вас как? Забивать голы, выигрывать. Хорошо. Удачи. Спасибо. Побольше голов, пожалуйста. Спасибо.